24 декабря. Овен. Благоприятный день для обращения к начальству в государственные учреждения или общественные организации. Ваш энтузиазм и деловитость заставят партнеров пойти на сотрудничество. Возможно, совершение коммерческих операций, которые в скором будущем принесут желаемый результат. Телец. В этот день благоприятны любые поездки, новые знакомства, встречи со старыми друзьями. Новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении. Близнецы. Вероятный конфликт с близкими людьми придет к разрешению благодаря вашим дипломатическим талантам. Вечером постарайтесь не погружаться полностью в свои личные интересы и любимые занятия, иначе это приведет к новому конфликту. Оставьте место для общения. Рак. Займитесь обустройством дома. Вероятны конфликты и непонимание с одним из домочадцев. Для работников бюджетной сферы не исключено некоторое перемещение вверх по служебной лестнице. Лев. День обещает быть ярким и запоминающимся. Он благоприятен для путешествий, поездок, физических нагрузок, активного отдыха, а также водных процедур. Сочетание планет неблагоприятно для торговых и коммерческих операций. Дева. Вы ощутите легкость и непринужденность. Дома воцарится полное взаимопонимание. Используйте любую возможность для путешествий, поездок и прогулок. Появится возможность переосмыслить прошлое и создать удачные планы на будущее. Весы. В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства. Подумайте об укреплении своего здоровья, прислушайтесь к собственной интуиции и избегайте неприятного общения. Скорпион. Вам удастся заметно улучшить материальное положение и отношения с близкими людьми. В этот день вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Возможно, даже серьезные предложения от любимого человека. Стрелец. День благоприятен для гармоничных семейных отношений и вступления в брак. Желание перевернуть мир, а также неумение расслабиться приведут к проблемам со здоровьем или к мелким недоразумениям с внешним окружением, например, с соседями. Козерог. Звезды предупреждают об опасности для здоровья или агрессии со стороны недоброжелателей. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте новых знакомств. Проявите сдержанность в обещаниях или обязательствах. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и здоровью своих близких. Водолей. Хороший день для планирования новых дел. Не упускайте инициативу из своих рук и ни в коем случае не отступайте назад. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Рыбы. Ваша нервозность и эмоциональная восприимчивость сегодня достигнут предела. Многие рыбы будут подвержены различным испытаниям и превратностям судьбы. Вам придется научиться справляться со своими эмоциями. Избегайте выяснения отношений с близкими. Это был астропрогноз на 24 декабря. Прислушайтесь к советам звезд.